Добрый вечер. Ой, подустал. Не хотел я сегодня. Как бы настроения не было вообще. Как бы, да, что-то. Ну, просто, я не знаю, вот хочу вам просто рассказать. Прихожу домой, тут, вообще, я не знаю, мне аж неудобно. Вот, Юра! А, ты здесь? Я смотрю, я думал, тебя нет. А, вон он ты, да, вижу. Вот. Ну, нет, я, конечно, стараюсь для супруги, но... Я не знаю, кого-нибудь вот так встречаю. Шотландским виски. Ой, шотландским виски. Сковородкой котлет. Да, он говорит, духовку только не открывай. Там еще что-то. Я говорю, вот, конечно, я стараюсь. Я не гигант, но стараюсь. Ой, я говорю, Моня, мне аж неудобно. Она говорит, ты ко мне по-хорошему, я к тебе по-хорошему. Вот так вот. И вот закрадывается мысль. Тот человек сходил, на работу, значит, с котлетками, с сосисками. Тут хуяк с лапшой, с лысой приходит. Это о чем говорит? Что? Он по-плохому отнесся к супруге. Вот. Вот у нас Вячеслав. Ходил, вроде, все, с тормозком. Хуяк без тормозка. Ну, о чем это говорит, а? Вот так вот. Ой, поэтому, я не знаю. Такие вот дела. Ладно, я, в принципе, я уже попробовал. Я не говорю, не хотел выходить. Ну, а тут смотрю, тут вообще. У меня, я еще не показывал, противень. Полный слоями мяса с картохой. Ой, я вот с грибами сейчас. С грибами, тут с грибами, с говядиной. Вот это вот овощное рагу. Сейчас на второе буду мясо, вот это слоями с картошкой, еще и с котлетами. Вот такая вот хуйня. Я не знаю еще. Нет, ладно, больше я стопорек не буду, а то хули в натуре завтра за руль, да, блять, это. Вот. Как говорится, достаточно. Ну, просто свое восхищение хотел выразить. Ладно, всем. Удачи. И всем желаю таких встреч. Ну, в смысле, чтобы встречали вот так. О, могу показать. О, целый, вот он. О. Ну, вообще, ну и что теперь? Ну, то есть, это предпосылки, что и сегодня тоже буду отдуваться. Ну, а как, отрабатывать приходится мне вот это все. Не про... А вы не подумайте, что просто так, что глаза у меня, мол, красивые. Нет, у меня не глаза, у меня другое красивое. Ну, ладно, кто не верит, он, пожалуйста, в душевую. Ну, ладно. Всем счастливо, всем привет. Ставьте лайки и подписывайтесь. А, я про таблетку-то рассказывал. Для чего вот на таблетках, вот на этих прорезь? Нет, не рассказывал. Ну так это, короче, если пациент отказывается принимать препараты, то там вот эта прорезь, это под отвертку, ему в жопу ее вкручивают. Вот, да, на самом деле. Кто не верит, у врачей спросите. Ладно, давайте, всем привет.